Кино ТВ, конечно, совершенно офигело. Устав, вероятно, от занудности серьезных кинокритиков, решил найти худшего кинокритика. Им оказался, разумеется, я, да. Тем не менее, я подозреваю, что я способен разобраться в причинах происхождения, по крайней мере, воздействия кинематографа на своего зрителя и определить, в чем заключен успех, а в чем выражаются всякие печальные последствия от воздействия тех или иных фильмов.